Так, ты опять пьешь сладкую воду? Да, мне нравится, это очень вкусно. Значит, делаем что? Едем в магазин, покупаем полезные натуральные фрукты и делаем супер полезный и вкусный лимонад. А так можно было? А как сделать вкусный лимонад самому? По дороге узнаешь, я тебе в машине все расскажу. Пока мы ехали в магазин, папа рассказал мне, как можно сделать самодельный лимонад. И как только мы приехали, я сразу начал искать нужные мне ингредиенты. Я взял несколько лимонов, затем нашел бананы и взял сетку апельсин. Ну как же без вкуснейшей клубники? Набрал голубику и попросил работника магазина взвесить мне все, что я взял. Пока-пока, Кола и Фанта. Это все нам больше не нужно. Для того, чтобы сделать наш лимонад газированным, я взял обычную газированную воду. Ну что, все взяли? Вроде все. А нет, не все, я еще хочу шоколад. Приготовление нашего вкуснейшего домашнего лимонада. Для начала я решил помыть и нарезать апельсин, затем нарезал бананы. Очищаем клубнику от листиков и нарезаем пополам. Добавляем ко всему ягоды. Следующим этапом нам надо все измельчить. Для этого я взял блендер. Перекладываем все ингредиенты в кастрюлю, добавляем газировку и измельчаем все блендером. Я забыл очистить апельсины от корки, мне пришлось вылавливать ее ложкой. Но получилось даже вкуснее. Наливаем все в стакан и еще раз измельчаем. Готово. Можно пробовать. Такой вкусный лимонад получился. Время угостить папу. Папа, попробуй. Аккуратно. Давай. Как вкусно. И хорошо, что не так сладко. Намного лучше фанты, да? Намного. Давай попробуем другие рецепты. Спасибо вам за просмотр. С вас лайк, подписка и до новых видео.